Вместо стандартного холста – канва. Вместо кисти – иголка с ниткой. Набор цветов небольшой, но это и не важно, говорит Нина Пчелякова. Владимирская рукодельница уверена, сделать настоящий шедевр можно, вышивая и белой гладью. Творческий процесс вдохновляет мастерицу даже на написание стихов. Серебристые, нежные, словно сказки. Наша мастерская белой гладь. А какие ручки волшебницы это смогли передать? Стежок за стежком, ниточка вьется, но белый не всем удается. У Нины Владимировны на выставке в палатах представлено около 50 работ. Она яркий представитель знаменитых мастерских рукодельниц. Вот уже более полувека женщина не выпускает иглу из рук. На одну картину уходит около 4 месяцев. Мастер говорит, схемы приходят спонтанно. Так было и при создании полотна по мотивам известной русской сказки. Сказку 12 месяцев, знаете, подснежники надо среди зимы. Попросила у Деда Мороза открыть апрель месяц, где собрала подснежники. В экспозиции представлены и работы, выполненные в технике знаменной и русской глади. Особое место занимают картины, созданные Владимирским швом. Такая техника признана традиционным российским видом рукоделия и является достоянием всей страны. Не так много этих мастеров и в Амтюрском областном отделении, и в Владимирском отделении тоже. Но мы сейчас только начинаем открывать это. Это когда-то было, да, но сейчас мы заново открываем вот Владимирскую вышивку. Проследить стилистику развития прикладного ремесла можно в работах Татьяны Шульпиной, культовой мастерской рукодельницы. В этом году отмечается 110-летний юбилей со дня ее рождения. Еще одно знаковое событие, к которому приурочено открытие выставки – создание строчевышивальной фабрики. Считается, что именно она положила начало этому творчеству. Владимир Суздальский музей показывает эту выставку, чтобы молодежь и дети, мы как бы передаем это. Понимаете, по-другому нельзя. Мы должны показывать вот эту красоту русскую, нашу, то, что мы. Исчезающее искусство мстёры – настоящая музейная драгоценность. На выставке представили раритет – платье 1921 года. Его в мстёрских традициях вышила девушка для обряда венчания. Фонды музея историческую реликвию передала внучка невесты, которая жила в начале 20 века. Это платьице выполнено на тончайшей хлопчатобумажной ткани, которая называется батист. Здесь удивительной тонкости работы. Это называется белая гладь. Всего в залах музейного центра палаты представлено порядка 60 уникальных работ. 20 из них – достояние фондов. Остальные шедевры – творчество современных мастериц. Данную выставку рекомендую всем к просмотру, совершенно без возрастных ограничений, потому что данный промысел, он хоть угасает, но сегодня нам представилась великолепная возможность лицезреть и прикоснуться к прекрасному. Сохранение древних традиций – главная цель проекта. Познакомиться с уникальным искусством владимирских мастериц на выставке в палатах можно до 19 ноября. Александра Маркина, Марина Елькина и Татьяна Семенова.